Ремонт трактора, обмельчитель, сказали, сделать надо. Сами не умеем, вызвали мастеров с города. Это все Игорь. А мы у него сейчас картошку копать. Не за деньги, так, потому что он всем добро делает. И мы хотим хоть маленько с ним рассчитаться. Я с Леной поговорил, с Игорем. Игорь грузит горох. 35 тонн сразу грузит. 35 тонн. Это больше половины пульмана. Помоги, Господи, мастерам, чтобы все инструменты были у них. Господь да благословит их. Люди нуждаются друг в друге в помощи. Вчера вот он здесь дорогу посыпал, размельчил, а сейчас идут техника, все притопчет. Яма образуется, вода течет иногда тут, небольшая, конечно. Горох не дороже, наверное, 5 рублей, он не знает даже почем. Все на этом.